бажаємо на кухню сільську, наш кухня республіки, імперія, государство, все кухне царство. Тільки у нас сільські січас новогоднє п'єння, піднімаючи
колено, ведь я делал из полина. Обожаю приключения, ненавижу огорчения. Есть хочу, чулки и башмаки, и ангелы солнышко мою зови. Ее храни и береги, и знаний набирайся. Быстрее до школы добери, смотри, не потеряйся. Школа, я спешу, не учиться хочу. Какая музыка звучит, и как она тебе манит. Школа, я посмотрю одним глазком, а в школу я пойду потом. Я своих кукол обожаю, как будто собственных детей. Я покажу вам представление, как это будет заблюдение, как это будет наслаждение, как это будет удивление. Для тебя пусть будет домом наш театр родной. Мы не будем.
поем. Давай, Фитик, сиди. Давай, давай. Ладно, пойдем прячемся.
Надо скрыть, что все рассказать. Мадам Карабас-Барабас. Пойду заложу вещи. Все быстро. Ишь, проказник Буратино, побежал домой в припрыжку, кулачки сжимая деньги, он мечтал, что купит книжку. Только вечер наступил, книжку Буратино не купил. Ты считаешься, ты голодал по
Буратино поверил этим грабителям. Он деньги закопал, фрекс-фрекс-фрекс, сказал. Сидел, ждал, ждал, вот и угодил в ловушку. Они его, вот Василио и Лиса Алиса, схватили, в мешок посадили, в пруд с лягушками кинули. Буратино среди лилий на воде лежал в испуге. Хоть и плавал без усилий, никого нет здесь в округе. Наш сверчок только помог Буратино выбраться из чулана.
рассказала ему тайну золотого ключика. Оказывается, в каморке папа Карла за нарисованным очагом открывается дверь в волшебную страну. Это хвост вскрывает дверь, отворяй ее скорее. Нужен ключик золотой, не потерянный тобой. Люб со мной, скажи, Мальвина, бежим в каморку, где прячет и нарисованный огонь. Сорвайте куколок домой.
мои друзья? Здравствуйте! А что, узнали вы меня? Да! Я была белая! Дед Мороз, я настоящий, из глухой, тревучей чащи, где растут в сугробах ели, где бураны, да метели, где снега зимучие, да леса зимучие. Хорошо вы песню спели, хлопать все умели? Да! Хлопнем дружно, раз, два, три, скажем, елочка горит. Смотрите на меня, я все умею.
Подарки принесет.
подарки. Зайчику подошли такие подарки. Последний раз, да? Да. Вы мне поможете? Да. Давайте громко говорим.